Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. И меня зовут Саша, мне 8 лет. Про дружбу. Дружба нужна, чтобы человеку было интересно и он радовался. Чтобы не было одиноко. Я когда-то на озере был и Кирилла увидел. Я подошел к нему и сказал, можно, пожалуйста, с тобой познакомиться? И мы с ним дружить начали. Друг, он должен помогать, защищать друга в трудный момент, когда у него что-то плохо. Мне не важно, мне только, щоб він со мною дружив. Коли ми навчимося бачити насамперед людину, а не її інвалідність, кожен знайде справжнього друга.